Меня зовут Погодина Юля, мне 30. Скоро будет один год. Значит, я из города Нижний Новгород. Всю жизнь занимаюсь своей любимой работой. Мы занимаемся оснащением салонов красоты. Непосредственно я продвигаю сферу солнечного бизнеса. Это солярий и все, что с этим связано. Поэтому все, кто меня знает, увидит, мои дорогие любимые клиенты, вам привет большой. Юлечка, волновались? Очень, очень-очень. Впервые вот так вот на сцене? Да, конечно. Вот так на сцене впервые. Но я знаю, что волновались еще потому, что сын в зале самый ваш такой... Самый мой ярый, наверное, поклонник. Я думаю, что нам нужно позвонить Денису Кляверу, да? Давайте спросим у него. Денис,
Да. Здравствуйте. Добрый Вы знаете, день. У нас здесь Ая из группы «Город 312». Вы не могли бы нам привет сказать? Ей большой передайте от меня. Передаю привет, да, Денис. Во-первых, да, передаю привет Ае, «Город 312», замечательный коллектив. Ая очень индивидуальная исполнительница на нашей российской эстраде. Она такая внежанровая, по моему ощущению. Вроде, несмотря на то, что у них музыка гитарная, с такими, с грувами, и какая-то у нее такая лирика получается, очень искренняя. Искренность я от вас почувствовал. Очень у нее такой кристально, такой тембр чистенький. Вот. У вас он тоже такой же. Были какие-то нотки, вот, волнения, но это, безусловно, возможно, с учетом того, что я вижу, что вы действительно впервые на сцене. Это очень важно, это 50% сразу же забирает КПД, как минимум, от волнения. Сын? Где сын-то? Я здесь. Да, вот. Как зовут тебя, дружище? Эдик Эдуард. Эдуард? Эдуард, у тебя прекрасная мама. Гордись ей. В школе в каком классе? А, я 8-й перешел. Я понял. Все, серьезный пацан. Все, без вопросов. Больше не спрашиваю ничего. Серьезный защитник. Поздравляю с замечательным сыном и с прекрасным выступлением. Спасибо, Денис. Маш. Маша улыбается. Больше всего боюсь. Машу? Почему? Да? Мнение, Маша, она такая хорошая, красивая. Ну, зато я тогда хвалю, вам же должно быть приятно. Вы знаете, очень похоже получилось. Я так, ну, здесь понятно, может быть, и... Ну, не сверхзадача, с одной стороны, но вот правильно, с другой стороны, я вот что хочу похвалить еще тоже. Поставили перед собой вполне реализуемую планку, прекрасно справились с ней. Вот, поэтому хочу поздравить, выступление очень удачное. Большое спасибо. Молодец. Спасибо, Маш. Николай. Вообще, мне показалось, что песня совсем тинейджерская. Ну, исполнение как бы... Юли или вообще? Не, она вообще, по-моему, мне так кажется. Ну, а как бы уже, когда сын есть и прочее, ну, не в зоне доступа, ну и хрен с ним. Как бы... Такая не трагедия, в общем-то, когда человек находится, в общем, достаточно уже такой, уже вот, сын есть и прочее. Ну, просто по мне чуть-чуть не совпало, как бы. Хотя и сама группа тоже, там, в принципе, то же самое, но песня... Я поняла. Да. Николай, спасибо, ладно. Пожалуйста. Спасибо. Юль, а какой код в Нижнем Новгороде, кстати? 831. 831, ага. Борис, ваше мнение положительное? Да, мне кажется, что Юля, в общем, со всем этим справилась. Ну, как бы я не очень понимаю, зачем, правда, такой был, такая песня. Она очень невыгодная для конкурса. Потому что она такая... Ну, здесь опасность есть... то, что начинает страдать, то, чего, в принципе, на сцене быть не должно. Потому что, повторюсь, скажу, что все, что делает артист, находящийся на сцене, он это делает для зрителя. И делает, чтобы завоевать симпатии зрителя. А не просто пришел и так для себя тихонечко так промурлыкал. В общем, ребята, мне ваше мнение совершенно не интересно. Я так пришел, помурлыкал и ушел. Но действительно, эта песня, она такая достаточно настроенческая, что называется. И поэтому настроение это вам удалось. Юль, спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.